У ефіры праграма «Навіны рэгіёна» ў студыі Кацярына Градніцкая. Вітаю вас і сёння ў выпуску. Глядзіце. Лічыліся згінулымі без звестак. Установілі імёны яшчэ двух чырвонаармейцаў. Пасажыраў маршруткі забралі ў бальніцу ДТЗ з удзелам таксі. Грыбы і ягады збяру, але трэба пачакаць. Дзейнічае забарона на журавіны і брусніцы. На 12% менш будучых абітурыентаў з'явілася сёлета на цэнтралізаванае тэсціраванне. Спецыялісты тлумачаць гэта ў тым ліку і магчымасцю выкарыстання леташніх сертыфікатаў. Нагадаем, з 12 ліпеня стартуе другі этап уступнай кампаніі – прыём дакументаў у вышэйшыя навучальныя ўстановы. Першы этап уступнай кампаніі цэнтралізаванае тэсціраванне прайшоў спакойна, кажуць у камітэце дзяржконтролю. Толькі адзін чалавек быў выдалены. На біялогіі ў дзяўчынкі зазвінеў мабільны тэлефон. Яшчэ адна дзяўчынка згубіла прытомнасць, але ёй дазволена здаць ЦТ ў рэзервовы дзень. Што датычыць яўкі, у сярэднім яна склала 87%. Самая вялікая была на рускую мову – 96,6%, найменшая – 83% на сусветную гісторыю. Прошел первый этап вступительных испытаний, прошло централизованное тестирование. Комитет госконтроля отмечает достаточно высокий уровень подготовки и организации его проведения. С 12 июля в Могилевской области наступает второй этап подачи документов. В период будет работать горячая линия в Комитете государственного контроля. Граждане могут обратиться по всем возникающим вопросам. По гарачай лініі ў камітэт дзяржконтролю можна паведамляць пра парушэнні і недахопы ў работе прыёмных і прадметных экзаменацыйных камісій. Татьяна Сергейчык, Віталь Алексеенко, Навіны рэгіёна. Яшчэ тры жанчыны з Магілёўскай вобласці ўзнагароджаны ордэнам маці за нараджэнне і выхаванне 5 і болей дзяцей. Адпаведны ўказ падпісаў кіраўнік дзяржавы. Узнагароды ўдастоены жывёлавод Наталля Рудская з Магілёўскага района, прыбіральшыца Тамара Струкова з Касцюковіч і хатняя гаспадыня Алла Ясько з Магілёва. Як паведамілі ў абласным камітэце па працы, занятасці і сацыяльнай абароне, цяпер на Магілёўшчыне 928 жанчын, якія атрымалі ордэн маці за час незалежнасці Беларусі. У Беларусі падведзены вынікі конкурсу «Чалавек сваёй справы 2018». Узнагароды атрымалі кіраўнікі прадпрыемстваў, якія дынамічна развіваюцца і дасягнулі найбольшых поспехаў у працы. У ліку пераможцаў і кіраўнікі ад Магілёўшчыны. Так, у номінацыі за павышэнне прэстыжу маркі «Зроблена ў Беларусі» ў сферы прамысловасці лаўрэатам конкурсу стаў генеральны дырэктар адкрытага акцыянернага таварыства «Магілёў-Ліфтмаш» Барыс Кавалеўскі. А вось у номінацыі за стабільна высокую якасць паслуг перамог генеральны дырэктар прадпрыемства «Магілёў-Абылгаз» Алексей Кушнаренко. У суботу 7 ліпеня жыхары вобласці змогуць звярнуцца са сваімі скаргамі і праблемамі да прадстаўнікоў улады. Акрамя аблвыканкама, прамыя тэлефонныя лініі пройдуць ва ўсіх гар- і райвыканкамах Магілёўшчыны. Тэлефанаваць можна з 9:00 да 12:00. Так, у Магілёўскім аблвыканкаме прамую тэлефонную лінію правядзе старшыня абласнога савета дэпутатаў Дмітрый Харытончык. Задаць свае пытанні да яго можна па нумары ў Магілёве 50-18-69. У Магілёўскім гарвыканкаме тэлефанаванне будзе прымаць старшыня гарадскога савета дэпутатаў Андрэй Кіблоў па нумары 42-21-02. І ў Бабруйскім гарвыканкаме ў гэты час будзе працаваць намеснік старшыні Інна Ануфрыева. Нумар тэлефона ў Бабруйску 76-21-41. Два аўтамабілі таксі, звычайнае і маршрутнае, сутыкнуліся ў Бабруйску. Аварыя адбылася на перакрыжаванні вуліц Арджанікідзе і Якуба Коласа. Маршрутка паварочвала налева і, па інфармацыі ДАІ, не саступіла дарогу аўтамабілю «Аудзі», які быў на сустрэчнай. У выніку сутыкнення пасажырку маршруткі забралі ў бальніцу, а ў Магілёве ў дарожна-транспартным здарэнні пацярпеў пешаход. Ён пераходзіў дарогу па зебры і трапіў пад колы аўтамабіля «Мерседес». Аварыя адбылася на Пушкінскім праспекце. Пешахода з траўмамі з месца ДТЗ забралі на машыне хуткай дапамогі.
8 солдат Червоной армии, что загинули на початку Великой Отечественной войны, перепоховали у Славгородском районе. Их останки были знойдены удельниками первой сёлетней экспедиции областного клуба «Викру» и 52-го батальона Министерства обороны. Причем специалисты смогли установить имены двух червоноармейцев, которые догэтуль лишились сгинувшими без звестак. Як только надоишел сезон, у красовику Могилевский областный клуб «Викру» разом с 52-м батальоном Министерства обороны выехали у лясы на палетки Славгородского района. Раскопки вели каля вёсок Ходоров и Александровка. У гэтым месцы у липени 1941 года за окружение выходили солдаты и командиры 20-го стрелкового корпуса генерала Яромина, злучение якого были сформированы у Горковской области. Первая сёлетняя экспедиция на территории Беларуси одразу принесла выники. Знойдены останки 8 червоноармейцев. Теперь стали вядомы имена двух бойцов. Два имени установлено. Один по медали, второй по надписи на ложке, которая заходила из захоронения. Фамилия установлена одного — Гусев Иван из Нижегородской области, бывшей Горьковской, а второй — Стученков. Пока ищем, кто они, откуда, и, вернее, родственников ищем. Зараз клуб «Викру» проводит разведки у Кировском районе на месте избитых у 1941 году советских бомбардировщиков. Мета – установить лёс экипажа у самолетов, которые сгинули без весток. Татьяна Сергейчик, Александр Артемьев, новини региона. Збирать брусницы и журавины у лясах Могилевской области покуль нельга. Про гэта жыхарам нагадывают природоохоўнікі. Дозвол на сбор гэтых ягод пачне дзейнічаць только после принятия адпаведнага рашэння Могилевским аблвыканкамам. Покуль термины сбору гэтых ягод не вызначены. Але трэба ведаць и тое, что с початком сезона сбора журавин и брусниц нарыхтоўваць дозволяется только спелые ягоды. Зараз так само дзейнічаюць абмежаванні при сборы лисичек. Маленьких грибов с диаметром шляпки меньше за 15 мм, а до агульнай массы собранага повинна быть не больше за 5%. По правилах трэба нарыхтоўваць и галинки для лазневых венников. Общее количество веток должно собираться таким образом, чтобы не был поврежден луб дерева, а также ветки должны собираться от корня до середины дерева, не выше. За нарушение данной нормы у нас предусмотрена статья 15.26 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. И наказание, которое может грозить гражданам, нарушившим данные требования, это штрафная санкция до 20 базовых величин. А тем часам на Могилевщине активно нарыхтовываюць чарнисы. Сбор дикоросов дозволяет вяскоўцам пополнить семейный бюджет. А нарыхтовщики тем часам, как больше закупить ягоды, организуют нават транспорт для сборщиков. Всякое, что вам рассказывала. Что еще и крупное где-нибудь еще, где и мелкое, еще среднее. Но всякая ягода. И она каждый год так бывает. Где крупнейшая, где нарвешься. Ходишь по лесу, где нарвешься. Майя Алексеевна – ягодник с опытом. С дзяцінства, каже, як сезон, дык у лес. Гэта уже стало своеасаблівым хобби, да и гроши николі лишними не бывают. За некалькі годин зарабила больше за 30 рублей. Так я не одна, я с мужем. Ну, а сколько? 5 часов вышли, 4:30 вышли с дому. Ну и до 1:30. Ну, считайте, сколько часов? У меня следящий график, поэтому сегодня у меня выходные. Вчера и сегодня, завтра на работу. Ну, почему бы не выйти в лес? Это хороший приработок? Конечно, хороший. Очень хороший. Главное, не лениться. Виктор Нактев нарыхтовкой ягод занимается больше за 10 годов. Сборщики ему добро ведомые. Сам их отвозить у лес, сам и забирая. Кто-то говорит, что вот если кто-нибудь подвез, я бы набрал, и чтобы назад завезли. А так одна дорога занимает силы. Лучше силы потратить, чтобы собирать ягоды, чем на дорогу. Все впереди сейчас, только началось. 24 числа начали, и весь июль будем. Ягода есть? В том году не было вообще, а по этому году по ведру набирает каждый. Активно ведется заготовка у нас в традиционных ресурсных районах. Это Глузский, Осиповичский, Кировский, Бобруйский, Белынинский. К заготовке привлечены все магазины, работают разъездные заготовители. Активно информируется население о закупочных ценах на данный вид продукции. Дарэчы, зараз у насельніцтва прымаюць чарніцы от 3 рублёў за кілаграм. Аднак нарыхтоўшчыкі удакладняюць, кошт на ягоды можа вагацца ў залежнасці ад ураджаю. Татьяна Сергейчык, Александр Артемьев, навіны рэгіёна.
10 новых дитячих пляцовок повинны з'явиться у хуткім часе у Могилеве. Про это поведомили у жилевых ремонтно-эксплуатационных управлениях. Каб детям у Вохоле было утульно у своих дворах, на добропорадкование микрозон працуют во всех же у города. А вось у агрогородку Межисетки Могилевского района мясовые жихары взяли вырашение пытания у своей руки. Гэтыя драўляныя домікі для маленькіх жыхароў аграгарадка Межысеткі сталі сапраўднай падзеяй. Ну, когда я вышла посмотреть в окно погоду, я увидела там домик. И я захотелось, мне очень выйти посмотреть поближе. Шчараваў над гэтымі пабудовамі шматдзетны тата Алексей Демиденко. А вось яго ідэйным натхняльнікам выступила жонка. Жена порекомендовала сделать песочницу, чтобы она была защищена и от дождя, и от домашних животных, ну и от солнышка, чтобы был какой-то навесик. Наша здымочная группа смогла одразу опробовать усе пераваги новой песочницы. Раптовно дождь собрал под яе дахом усю мясовую дятву. В нем можно прятаться от дождя и снега, при этом не промокнуть. Но знаете... Еще бы качели сюда добавить, и будет вообще классно. Не мокнет, и животные не ходят, потому что чисто, аккуратно, закрывается, вообще удобно. Вот когда вот дождь закрыли, и сухенько, нету болота, и дети могут уже прийти поиграться. На выраб дитячей пляцовки у Алексея пошло 3 дні. Каркас мужчина змайстраваў на даче. Оттуль привез и материалы. Збирал конструкцию Алексей у дворы. На допомогу пришел сусед. А вось жаночая полова узяла на себе отказность по оформлению пляцовки. Зараз жыхары дома номер 3 по улице Школьной у Межисетках збирают гроши на арели. А у самого Алексея Демиденки у планах змайстраваць еще лавочку, каб мамы могли отпочить, покуль приглядают за детьми, якія гуляют на пляцовце. Дарья Семянько, Юлия Мычка, Виталь Алексеенко, Новин региона. Больше за 50 тысяч человек поглядели в интернете прямую трансляцию святочной шоу-программы «Я сердцем и лёсом с родимой своей знитаваны». 3 липеня, причем это были не только белорусы, а и жыхары России, США, Казахстана, Германии и інших краин. Догадаем, прямую трансляцию с площади славы вела телерадиокомпания «Могилёв». У постановцы удельничали лепшие коллективы и вядомые артисты Могилевской области. И популярные белорусские выканаўцы Александр Саладуха, Алексей Хлястов, группы «Джей Морс», солисты Великого театра Беларуси Владимир Громов. Концерт должился 2,5 часа и завершился республиканской акцией «Спяем гимн разом» и видовищным фейерверком. Телеверсию шоу-программы глядите у субботу и неделю на телеканале «Беларусь 4 Могилёв» у 21 часу. Сапраўдный сарочинский кирмаш разгоранецца у Шклоўскім районе подчас республиканского свята купалі Александрея Збірае Сяброў. Дни культуры Украины будут ладиться тут 8 липеня. Гэтая культурная подея обещает насыщенную программу с уделом популярных музыков, артистов и творчих коллективов этой страны. У формате «Дзён культуры Украины» отбудутся показальные выступления иконного театра «Киевская Русь». Нагадаем, все лета колькость посадочных мест на головной сценичной пляцовцы купальского свята повялічена. У дни мероприемствов будут организованы и додатковые регулярные рейсы громадского транспорта. Принято решение запустить 18 додатковых дизель-техников региональных линий. Еще важная информация для наших телеглядачов. У сувязи с проведением терминовых профилактичных работ 6 липеня с 9:00 до 15:00 у Могилеве будет отсутствовать эфирное вещание у всех телевизийных каналов. Дальше, у выпадку отсутности сигнала телеканала «Беларусь 4 Могилев» после завершения профилактики необходимо провести повторную настройку вашего телевизора альбо тюнера. И про надворье неустойливая поветренная масса с Балтийского моря будет вызначать характер надворья ближайших дзён. Тому, кажут синоптики, надворье будет неустойливым. Тепло и час от часу дожди. По прогнозе, у пятницу 6 липеня чекается переменная облачность, уранец туман, ветер до 10 метров за секунду. У особных районах магчимы опадки, а температура по ветра +20, +23, местами по области до +26. Суббота и неделя так само принесе короткочасовые дожди и больше мощный ветер до 14 метров за секунду. Але слупок термометра у среднем повысится на 1-2 градусы. И по прогнозе, первая половина наступного тыдня так само будет умеренно дождливой и довольно теплой. У день по ветру будет прогреваться до 24-26 градусов. Самые актуальные новины про житё в области на нашем сайте tvrmogilev.by, а так само у группах у социальных сетках. А я с вами развитываюсь. Дякую за увагу и до встречи.